Здесь уже готовы, это здесь как раз будет конвейер входящий, абламинатор. То есть это уже здесь... Это получается барабан бы стоит, да? Транспортер. На площадке ИЛИМ-ТНП готовится помещение под установку нового оборудования для ламинирования бумаги основы под молочную продукцию. Коряжемское предприятие освоило производство ламинированного картона после введения санкций на западную упаковку. Но для расширения производства было решено закупить универсальную тандемную линию для двустороннего ламинирования. У нас на текущий момент, получается, оборудование идет двумя частями. Значит, первая упаковочная линия, она уже в пути по территории Российской Федерации. И вторая часть оборудования предполагается к 15 августа уже приход. Наша продукция будет поставляться на молочное предприятие Российской Федерации, где упаковываться в нее будет молоко и молочные продукты. Стоимость нового оборудования больше 190 миллионов рублей. Для воплощения идеи в жизнь ИЛИМ-ТНП подписала соглашение с ВЭБ-РФ. Государственная корпорация развития предоставила Коряжемскому предприятию льготный займ под 1% годовых. Плюс предприятие вложило собственные средства. Как отметил зампред правительства, подобное соглашение было первым как для Архангельской области, так и в целом России. Поддержка промышленности – это один из приоритетов работы губернатора, правительства Архангельской области, депутатского корпуса. Я уверен, что все получится, и с 1 октября полноценный проект будет выдавать порядка 25 тысяч тонн ламинированного картона в год. Это большой объем. Сейчас ИЛИМ-ТНП выпускает порядка 2000 тонн ламинированной продукции в месяц. Это упаковка для целлюлозно-бумажной промышленности, молочной продукции, одноразовая посуда. Введение нового цеха в работу позволит увеличить производительность ровно в два раза.